Здравствуйте, меня зовут Афанасьева Мария Алексеевна, я клинический психолог, а также я являюсь практикующим специалистом в области расстройств пищевого поведения. И я рада пригласить вас на нашу новую программу повышения квалификации, посвященную особенностям психологического консультирования при нарушениях пищевого поведения. Что же такое пищевое поведение и вообще расстройство пищевого поведения? Пищевое поведение означает стереотипы, привычки, установки, виды поведения, различные убеждения и эмоции, которые так или иначе касаются еды и приема пищи. Все эти привычки и убеждения индивидуальны для каждого конкретного человека, и поэтому пищевое поведение некоторых людей может порой приобретать отклоняющиеся и даже патологичные формы, которые называются расстройствами пищевого поведения. К наиболее известным и опасным видам расстройств пищевого поведения относят нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное переедание. Подобные расстройства являются не только тяжелыми психологически, но и потенциально опасными для здоровья и жизни человека. И поэтому подобные состояния требуют обязательного профессионального и своевременного вмешательства. В данной программе представлен обзор наиболее известных, а также менее распространенных видов расстройств пищевого поведения. И, конечно же, основное внимание уделяется психологической работе с этими расстройствами, которая включает в себя когнитивные и поведенческие методы. Данная программа повышения квалификации будет интересна специалистам в области ментального здоровья, а также всем, кто интересуется темой расстройств пищевого поведения. С удовольствием приглашаю вас и ждем на нашей программе.